ты обняла бы Рика? Она обняла бы, выпустила бы когти и притягивала вас к себе. Я бы начала С любовью или как? Ну почему? Ну, с какой любовью? У льва любовь есть. К вам. Вы маленькая девочка. Они вас не знают. Они вас терпят ради Олега Алексеевича. А любят только его. Да. Он травку кушает. Да. Красиво лежат здесь. Ой, подождите. Давайте, снимайте. Так, а я что? А нет, я только выбыл. Так, а что-то я их всех не вижу. У меня только два в кадре. Очень живописненько. Есть четыре вот так. На зеленой травке. Почему меня перескакивают? Вижу. Вот так. О. Ага. Где мне? Есть. На работе сойдут с ума. Ну да. Скажут, ты как вы решились на такое? Нет, то, что я решилась, да? Это в вашем без характере. Проблем. А я с медведицей трехлетней обнималась, сломалась. Дело в том, что я училась в Харьковском авиационном институте. Прыгать с парашютом. Послушаем, а летать на дельтаплане. Это не правда. Знаете, как это нормально. Медведь очень опасное животное. Она с вами выжила громадно. Вы еще нет, сначала потом поехали на Мартовицу, там просто. Вот спасибо. Вы единственный человек. И они меня все провоцировали. Я говорю, поеду в Тайган. А что ты там будешь делать? Я говорю, фотографироваться со львами. Да ладно. А другая, на 10 лет моложе меня женщина, говорит, ты ко львам и близко не подходишь. Шуточное дело. Ну, говорю, я покажу. А сейчас только фотографии не оценить. Это Филя? Это Филя и Витя, да. Да? Или сейчас уже к нам придет. Надо зашнуроваться. Так, а ну, сиди там, сиди, не рыпайся в машину, ты тяжелый уже. Сиди в машину, я говорю. Ну, пожалуйста. Плоскость хоть чуть-чуть его можно. Машину, я его сфотографирую. На видео, наверное. Хороший. Воспользуйся вообще. Ты звезда? Вика понимает, что уже нельзя машину. Большой. Большой, очень тяжелый. Лежит такой. Ой. Иди сюда, Филечка, ко мне. Иди мой зайчик. Иди, Филеночек. Иди мой хороший. Здравствуй, иди, дорогой. Иди, мой маленький. Мой хороший. Ты ко мне же идешь. Прекрати, иди, это самое. Лежи. Не лежи. Не лежи только. Филю. Ну быстрее. Иди сюда, Филюха. Угу. Филю. Филечка, иди сюда. Ну подожди, зайчик. Все, не успел. Не разрешили ему ничего, и он ушел. Он знает, он умный лев. Успели. Понимает. А так скажи. Вот он тут пописать. Это он на нас. Все. Это же это просто мне захотелось. Это зрение. Вот. Не, он забитый. Да. А что вы не дали? Поехали мы искать Марселя. Марселя? Мальчишки, пока. Кусочек, слушайте. Марсель, да. Это вообще, это... Что такое? Сюда было солнечно, а сейчас как раз такая погода. Хорошие львы активные. Какая-то пробка, что ли. Узнаваемо. Красный кусок красной блузки. Угу. Узнаваемо, да. А у вас будет столько фотографий, да, что все как, все да. Поймут. Сколько фотографий, что вы тут были. Да, конечно. А тем более зайдете, видео возьмете, и все поверят. Нет, там нет числа, там нет чисел. Просто будете заходить, ждать, когда будет с вами. Я 14-го отсюда уезжаю. Это 15-го где-то будет, уже можно заходить, да? Да.
Хочу, чтобы мои сыновья, три штуки. Олег Алексеевич, а у вас вы на работу берете? Я время на лето где-нибудь заплатил. А? Уже набрали. Чего-чего? Набрали? Всех набрали. Набрали уже. Штат укомплектован. Вот такая саванна. Запах такой. Да. Она у меня кинула. Я хочу очень собаку. А она очень коротенько. Я не там куда-то должен хочу. Вон Йоркшинского. А я Йоркшинского. Бумажки. Бумажки. Черного. Она кричит. Она кричит. Лежит пальцем. Там у него грива черная, я видел, поэтому видел, смотрел. Там еще в бассейне, да? Да. Если он разрешит. Если его... Да, у него, опа. Царское величество разрешит нам. Да, он такой. Хорошо лежит. Красиво. Он будет вас. На фоне облаков. Покажи, пока он не встал. Я в Москве мечтала с тобой сфотографировать. Да. Сейчас подождите, он. Ай, ты мой хороший. Я не думаю. Марсе. Давайте сюда. Марсе. Ой. Марсе. Ой, хорош. Ой, хорош. Марсе. Рядом с бабахи. Бабахи с Марсель. Марсель, успокойся, подождите, встаньте, встаньте сейчас. Подождите, встаньте, пожалуйста. Это называется бабахи с Марселем. Сейчас он успокоится, сядет как нужно, и ну, будет фотографироваться. Он обрадовался Олегу Алексеевичу, надо, чтобы он успокоился. Давай, угомонись. Вот, подходи сюда. Вот так рядышком. Прям толкует мне рядышком. Я ложиться не буду. Обнимать можно? Кладьте. Марселька. Опа. А, пошел. Можно машину оставить? Скажи машину. Ну, не трогать ничего в машине. Марсель, быстро на место иди. Иди на место. Давай. Что-то ж хочется стащить. Давай, ложись. Опа. Давайте. С этой стороны входить. От Олега Алексеевича. Марсель, скажи, где тапок мой? Где мой тапок? Скажи, сейчас буду с тобой ругаться. Хочу. Я говорю, буду ругаться сейчас. Давай, давай. Давай, буду ругаться. Давай, давай. Ну ладно, скажи, папа уговорил. Ближе, ближе. Ну что ж, в метре от него, ну. Нет, я в метре. Вы что? Я в метре. Марселька. Марселька. Верка. Ай, ты мой мальчик. Ах, ты мой зойку такой непослушный. Дай чулю. Даже не вижу, где твои уши. Я тебя люблю, Марсель, я в Москве тебя полюбила еще. Понял? Я тебя выбрала, чтобы с тобой фотографироваться. Да. Тихо, 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 нельзя вставать. Нельзя. Нельзя вставать. Нельзя. Нельзя. Молодец. Молодец. Что с ним еще можно сделать? Что с ним еще можно сделать? Заяц. Зайчик. Зайчик. Ты мой красавец. Он хороший, да. Львенок такой маленький. Красивый, самый красивый лев. Понял? Самый здесь красивый. Самый красотуля. Красотуля. Сюда посмотрите, пожалуйста. Ой, так. Не надо ложиться на меня, не надо. А то ты меня сейчас задавишь. Задавишь? 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 Так, ну давайте не его снимайте с меня. А то он сейчас, нет, он на меня сейчас там упадет. Подожди, пожалуйста. Марселька, а можно еще погладить его сейчас? Марсу, Марсуленько, ты чего ты в нос? Зайчонок, ну чего ты? Ты мне больше всех нравишься. Да? Понял? Ты моя любовь. Все. Ты моя любовь. А пообщаться? Моя любовь. Подходите, да, так, мне уже муж. Другой, где гладят там.
нам откуда приехали? Из Киева. Из Киева? Ух ты, с Украины приехали. Да, 1,5 километра пешком. Через границу проходили, да? Да. Ну что ж, ваши ожидания оправдались? Вы гладите льва взрослого? Не то слово оправдались. Вы за этим в том числе приехали в Крым? Только за этим. Только за этим. Я видео записываю. Можете всем киевлянам передать привет. Киевляне, привет. Мы вас любим и ждем в Крыму. Приезжайте, не пожалеете. И сыновьям, главное, передайте тоже. Мы тоже передаем привет. Я нахожусь в Тайган-парке. Рядом со мной машина директора парка. А вот сам директор, который нами руководит. Олег Алексеевич. Спасибо. Это самый красивый лев. Вставай. Самый красивый лев Марсель. А вот это тапок. Вот так, так льва учат. Так его воспитывают. Никакой дрессировки, кроме тапка. Вот. Льва даже жалко, что вот он вот так вот охлопывает. Да. Продолжать. Вот видите, как целуется с Олегом Алексеевичем лев? Ой, совсем другой. Ой, а я так хочу, а можно мне поцеловаться? А можно ее поцеловать? Нет, не можно. Нельзя? Это ж не кошка. Ну, я хочу поцеловаться. Это самый мой любимый лев. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо-то, господи. И, ой, и прижал. Ну, что такое? Ай, как здорово. Вот, все зубки проверят. Все. На месте ли? Да. Вот он, Марселя. Красавец, самый красивый, самый породистый. Все натурально. Так, все, с Марселем у нас все закончено. Что, кто-то есть хотел, да? Не дали мне его поцеловать, да? Товарищи, тут блогеры есть. Сообщаю, львы не наколанные, натуральные, рычат, зубы у них не выдранные. Настоящие. Нас оберегают тут от него. И реакция у них тоже львиная. Так что не пишите глупостей в Ютубе. Ну чего, Марсель, куда ушел? Куда пупок ушел? Надо помазать. Носик. Пупок помажем, да? А что, болит? У него на пупке есть тут проблема. Клещ? А клещи? Нет, вот клещи. У нас у всех клещи. А у них такая смазка. Так, а надо снимать все. Что-то не снимать. Что же не снимать? Больно, больно, больно льву, бедному. Мася. Ему не больно. Почему? Вот он ему не нравится. Ну, не нравится, это другое дело. А вдруг ему больно? Так, этого льва смазывают пупок льву, потому что у него какие-то там непорядки. Все хорошо. Олег Алексеевич его чем-то спрыскивает, а Марсель спрыгнуть. Недоволен. Мне будет хорошо. Да, Марсель выражает свое недовольство. Все хорошо. Все, Марсель, все раночки помазали. Ой, все хорошо. Это много значит. Бедному, бедному льву. Все он даже ушел от обиды. Все. Обиделся на своего хозяина. О, и хвостом. И даже хвостом крутят от недовольства. Выражает, да, обидели его. Уже не интересно. Не могу выключить. Садитесь. Марсель, спасибо. Спасибо. На животе потничка вот такая. Марсель. Живот толстый, большой и потничка на пупке. Она у него еще и в цирке была, когда он там выступал. И он с ней пришел. Да, он цирка. Там Марсель. Же шерсть у него такая. Большая, конечно. Прощаемся с тобой. Эх ты, Марсель. Это хорошо, что он в саванне бегает, поветривается. Да. А если бы в какой-то тесной клетке, как в цирке. Красавец. Пока-пока. Величественный лев. Я его, да, он вот с черным этим подпалом очень красивый. Спасибо, мама.